Дорогие друзья, всем здравствуйте! Меня зовут Евгения, и в этом видео я хочу рассказать вам о маркетинге, разобрать маркетинг новой площадки, которая будет называться у нас Gold. В проекте Business Game уже объявлен у нас предстарт данной площадки. Это будет дополнительная площадка для заработка. В данном проекте мы уже работаем более полтора месяца. И решила у нас администрация сделать нам такой подарок и создать для нас еще одну площадку для заработка. Мы с вами разберем маркетинг данной площадки и ваши действия в кабинете проекта после регистрации для того, чтобы попасть в данную площадку еще на предстарте. Старт этой площадки у нас, да, нашей, состоится 5 июня 2020 года. Поэтому у нас есть еще время на предстарте все разобрать, понять, присоединиться и начать работу в проекте, пригласить своих друзей, знакомых, рассказать. Итак, переходим с вами к маркетингу. Итак, преимущество этой программы. Это быстрые деньги. Быстрые, потому что всего 5 семиместных матриц. Всего 5. Покупные управляемые клоны. То есть вы можете купить клона в первой, второй и третьей матрице в любое место, где вам пожелается. Да, вы увидели, что у вас есть свободное местечко в матрице, нажали туда и купили именно там клона и пододвинули своего партнера. Следующее. Клоны, которые выходят, а у нас их будет очень много клонов, которые будут выходить автоматически, будут вставать именно в первый стол, в первую матрицу, слева направо, сверху вниз. Только в первую матрицу. Для того, чтобы те партнеры, которые пришли позже, тоже у нас двигались. Двигались быстро и выходили на выплаты. Клоны и переливы от вышестоящих спонсоров и партнеров. Да? Это позволяет нам заполнять места в уровнях намного быстрее. Матрицы не делящиеся. То есть делящуюся матрицу закрывать очень сложно, намного труднее и сложнее закрыть делящуюся. У нас матрицы не делящиеся. За каждое действие вы получаете вознаграждение. Да, действительно, да, вы проходите по матрицам сами, вы помогаете своим партнерам и получаете за это деньги. Да? Переходы по матрицам, парев привязки. Что это такое? То есть вы всегда будете переходить из одной матрицы в другую вслед за своим спонсором, за своим наставником. И здесь у нас будет одно единственное обязательное условие для всех участников этой программы. Это абонентская плата. Какая у нас абонентская плата? Один раз в 2 недели вам будет необходимо купить одного клона в первую матрицу. То есть 2 клона в месяц по $2. Это сделано для того, чтобы проект у нас, наша система работала, чтобы все участники двигались в ней, продвигались по маркетингу и получали выплаты, выходили на выплаты. Я думаю, что $2 раз в 2 недели можно и найти, и уже, и в принципе, и заработать, и оплатить эту абонентскую плату. Тем более, что вы не просто платите в администрацию эти деньги, а покупаете клона, который также, пройдя по маркетингу, принесет вам хорошие деньги. Идем дальше. Итак, вход в данную систему всего $2. Это порядка 140 рублей на данный момент по сегодняшнему курсу. Выход, сразу скажу, у нас будет только с одного места, только с одного круга, одного бизнес-места 1024 доллара. Это очень хорошие деньги. Итак, сам маркетинг очень простой. Очень-очень-очень простой. Все первые 4 уровня у нас все накопительные. Мы с вами, заходя на $2, копим деньги и переходим из одной матрицы в другую на полном автомате. То есть вы зашли за $2, на вершине стола встали, плечики мы не считаем, потому что это чей-то низ. Наша с вами вот денежная колыбелька, это вот эти вот 4 нижних места. Это наши деньги. Итак,
закрывается ваша матрица. 2 доллара, еще 2 доллара, снова 2 доллара и еще 2 доллара. Зашли у нас люди, клоны или переливы. Накопилась сумма 8 долларов. Мы с вами переходим автоматически на второй уровень, во вторую матрицу. Зашли во вторую точно так же, абсолютно точно. Также только другие цифры. 8 долларов там накопили, автоматически встали во втором уровне на вершину стола. Плечики у нас закрылись. А нижний ряд, 4 места, это наши с вами накопительные деньги. Это наша с вами здесь копилка. 8 долларов, 8, 8 и 8. Накопили 32 доллара и автоматически перешли в третий уровень, в третью матрицу. То же самое абсолютно. На вершине вы, плечики мы не смотрим, мы не считаем. Нижняя четверка – это наша копилка. По 32 доллара встала у нас нижнюю четверку. У нас пришли переливы, клоны или ваши партнеры за вами прошли. Да? Матрица закрылась, накопились денежки. И мы с вами за 128 долларов ушли в последний четвертый накопительный уровень. Накопительный у нас четвертый последний. И также у нас вы на вершине стола. Закрывается матрица 128 долларов. 4 раза, 4 партнера перешли сюда. Закрыли вашу матрицу. И мы переходим в последнюю финальную матрицу. Номер 5. Вход в нее 512 долларов. И смотрим, что здесь происходит. Итак, вы на вершине стола. Закрылись два под вами плечика, два ваших вот этих места. Итак, первый участник, клон, перелив, да, или ваш партнер, который приходит к вам в первое место, вот сюда вот, да, вот встает он у нас, вы видите первое местечко, да, он дает вам 256 клонов на первый уровень. Почему именно на первый? Я уже говорила, да, для того, чтобы мы могли проталкивать именно тех людей вверх, которые пришли позже. Они тоже хотят зарабатывать, двигаться, продвигаться по матрицам. Да, поэтому, раз уж нам повезло зайти, например, в проект, да, первыми, там, да, в первых рядах и выйти на выплаты раньше, мы обязаны помочь тем, кто пришел позже. И вот эти 256 клонов уйдут в первый уровень, в первую матрицу, в самый низ системы. Поэтому мы там будем толкать наших партнеров вверх. Далее закрывается у нас второе место. 512 долларов вы получаете на баланс. Можете вывести эти денежки и потратить. Третье место закрывается. Еще 512 долларов вы получаете на свой баланс, на вывод. Последнее место вашей матрицы закрывается. Да, сюда пришел человечек, у нас встал. И у нас происходит реинвест. То есть ваша матрица не сгорела. У вас снова открывается точно такая же матрица под вашим партнером. Она будет вот так же выглядеть, пустая. То есть когда она начнет закрываться, вы снова выпускаете клонов в первую матрицу. Получаете снова два раза по 212 долларов, что в сумме получается 1024 доллара. Только с одного места. И это ваше бизнес-место будет крутиться в пятом уровне постоянно. Теперь давайте посмотрим. Да, клоны. 256 клонов. Плюс, возможно, вы где-то захотели и докупили места себе. Да? Это будет возможно в первой, второй и третьей матрице. Докупить себе места. В каждый ваш клон, выходя в пятую матрицу, в пятый уровень, будет получать по 1024 доллара и также реинвестироваться в пятом столе, то есть снова крутиться, и также выпускать клонов. 256 клонов в первый уровень, в самый-самый низ системы. И так будет происходить у каждого участника. То есть сегодня мы помогли нижним участникам закрыться и продвинуться. Завтра тот участник, который зашел позже, вышел в пятую матрицу, и помог уже нам продвинуться. Вот такая вот будет у нас тут каруселька. Вход 2 доллара. Это совершенно доступно абсолютно каждому. Поэтому надо присоединяться к этой системе обязательно.
Теперь мы с вами посмотрим в кабинете, что нам нужно сделать, чтобы начать уже свое присутствие в данной платформе еще на предстарте. Первое, это, конечно, пройти регистрацию по ссылочке вашего пригласителя. Вас пригласил человек, дал вам посмотреть видео, вы разобрались в маркетинге, вам все нравится, да? Все, прошли регистрацию и пополняем баланс кабинета на сумму, на какую вы хотите зайти. Да? Заходим в вот такой раздел «Предстарт Gold» и бронируем себе любую матрицу. Забронировать можно места только первой, второй и третьей матрицы. Можно забронировать первую, вторую, третью, первую, вторую, первую, третью, либо только первую. Как видите, я забронировала себе все три матрицы по одному месту в каждом, да, чтобы сократить себе путь и выйти быстрее на выплату. А также помочь своими клонами, своим партнерам продвинуться и тоже выйти на выплаты. Итак, расстановка. Как будет проходить расстановка на старте? Расстановка будет проходить по времени регистрации участника в проекте. Не по времени оплаты, не по времени бронирования и не по времени ввода денег в систему, а по времени регистрации. Сегодня вас пригласил человек в этот проект, вы посмотрели презентацию, вам понравились слайды, там маркетинг. Берем ссылочку, проходим регистрацию. Итак, предстарт у нас уже объявлен, партнеры уже начали приглашать людей в проект, люди разбираются, смотрят маркетинг, и все, кому он понравился, заходят и бронируют себе места заранее. До 5 числа место нужно забронировать, чтобы на старте вы уже попали в матрицу. После расстановки у вас в кабинете появится полный функционал этой площадки. Появятся матрицы, где вы будете видеть себя, своих партнеров, будете видеть свои клоны и так далее. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вы поняли маркетинг. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их вашему куратору, наставнику, пригласителю. Обязательно вам все расскажут, помогут, подскажут. Всем хорошего дня, удачи, до свидания.